Новоуральская вещательная компания продолжает следить за ходом голосования на выборах президента России. Один из избирательных участков находится в больничном городке. Он необычный. Здесь голосуют люди не по прописке, а те, кто по причине болезни попали в стационар. Специфика в том, что к каждому надо подходить вот именно с той позиции, что очень осторожно разговаривать с людьми, очень внимательно к ним быть. В больничном городке новоуральцы могут проголосовать как на стационарном избирательном участке, так и прямо в палате. Пациенты довольны. Несмотря на обстоятельства и заболевания, они тоже могут выразить свою гражданскую позицию. Ну, моя обязанность проголосовать. И спасибо, что принесли бюллетени. Я поступил 4 дня тому назад. Думаю, что это очень хорошо проголосовать за человека. Мне нельзя выходить, допустим. Это большое дело, во-первых, для больных, для врачей. Списки избирателей, которые лежат в больнице, были сформированы до 12 марта включительно. Кстати, на этом избирательном участке в больничном городке могут голосовать не только пациенты, но и медицинский персонал. Те, кто вовремя открепились со своего участка по прописке и подали заявление на голосование здесь, по месту работы. Каким будет процент избирателей, узнаем позже. Наталья Ребрищева, Никита Евсеев, Дмитрий Орлов, Новоуральская вещательная компания.